Забава. Привет, Саш. А что ты такая веселая? Я в школу собираюсь, в первый класс. В первый класс? И чего ты так об этом весело-то говоришь? Да, это же хорошо. И чего тут хорошего? Как ты не понимаешь, интересно же будет. А ты знаешь, что про школу говорят? Что? Что там детей ругают, наказывают, к доске вызывают, уроки заставляют делать и не дают гулять. Вот. Кто тебе такую ерунду сказал? А что, разве не так? Конечно, нет. Все дети ходят в школу, и им это нравится. Что-то мне с трудом в это верится. Постой, я догадалась. Ты боишься идти в школу? Ну, боюсь, да. Вот насмешил. Да школа — это же самое интересное место на Земле. Давай послушаем, что нам про это профессор Почемучкин расскажет. Ну, давай. Сейчас я вам расскажу, где возникли первые школы. В Греции много веков назад были времена, когда к одному учителю приводили одного ученика. Тогда не было ни школ, ни классов. И великий греческий философ Платон был первым учителем, которого он назвал Академией. Академии располагались на площадках, где устраивались парады. Площадки эти называли гимназиями. Позже другой великий философ Аристотель создал свою школу и назвал ее лицеем. Римские школы были более похожи на современные. Хотите верьте, а хотите нет, но ученики тоже порой с нежеланием шли в римские школы. Ученикам приходилось рано вставать, заучивать сложные правила, иностранный язык и, кроме того, хорошо вести себя на уроках. А непослушных и ленивых секли розгами. Вот, даже розгами секли. Страшновато как-то. Сейчас точно не секут, правда-правда. Все равно в школу не пойду. Вот, слышу, как нам гость торопится. Вместе тебе переубедим. Ну, попробуйте. Здравствуй, Забава. Здравствуйте. Здравствуй, Сашенька. Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Поздравляю вас с началом нового учебного года. Спасибо, Светлана Владимировна. Только вот Забава совсем не рада. А почему? Если честно, то я вообще не хочу учиться в школе. Я хочу все время гулять и играть. А вот я буду успевать и гулять, и играть, и в школу ходить. Вот так вот. Значит, трусишка у нас только забава. Сашенька не боится ходить в школу? Ни капельки. А как другие ребята? Давайте у них спросим. Да, мы уже соскучились по школе. Да, вот ходили. Ходили за атласами всякими, вот наш 6 класс. Потому что я там увижу друзей. Потому что получу много новых знаний. Хочется поделиться впечатлениями от лета. Ну, тоже хочется увидеть друзей, поделиться новыми впечатлениями. Хочется увидеть своим учителем. А не хочется вот эти вот рано вставать, учебники. А я вот что придумала. Сашенька, давай поможем Забаве преодолеть страх перед школой. Давайте. Не надо мне помогать. Я не хочу, чтобы мне помогали. Замечательно. Ну и сиди дома одна. А все дети будут учиться. Не хочу одна сидеть. Ты знаешь, Сашенька, мне кажется, Забава просто запуталась. Она хочет пойти в школу. Она просто боится. А как вы догадались? Ну, таких школьных трусишек много. Правда? Я не одна такая? Конечно, нет. Я тоже вначале немного боялась. А потом поняла, что школа — это здорово. Итак, Забава, чего ты боишься больше всего? Сейчас покажу. Ничего. А кого я боюсь? Я боюсь. Очень боюсь. Сильно-сильно боюсь. Злых учителей. А где же ты про таких слышала? Ну как же? Ведь говорят, что учителя наказывают, к доске вызывают, уроки заставляют делать. Еще наказывают за плохое поведение. Поэтому они злые. Ну что ж тут злого-то?
И потом подумай, ну разве могут быть злыми люди, которые делают детям подарки? А какие-то они подарки делают? Я знаю, они дарят знания. Молодец, Сашенька. А, да, значит, они не злые. А давайте вместе с ребятами посмотрим сюжет про школу и первого учителя. И я думаю, Забаве сразу все станет ясно. Давайте. Дорогие мальчишки и девчонки, сейчас мы с вами находимся в школе, которая с нетерпением ждет своих ребят. И эта дверь сейчас нас проводит в удивительный мир знаний. Это волшебная комната. В школе называется классом. Посмотрите, как здесь уютно, чисто и красиво. Здесь ребята будут получать свои знания. Узнают много нового и интересного. В классе очень много волшебных предметов. Хотите с ними познакомиться? Самый важный в школе – это звонок. Он зовет ребят на урок и отпускает на веселые переменки. В народе сочинили о нем стихотворение «Кулик невелик, целой сотни велит, то сядь и учись, то встань, разойдись». Вот какой он удивительный. В каждом доме есть своя хозяйка, и в нашем классе есть тоже. Это школьная доска. В стихотворении Агни Львовны Барто доска поссорилась с мелом, но это было лишь стихотворение. На самом деле они неразлучные друзья, и каждый из вас когда-нибудь напишет свое самое первое и важное слово на земле. Ребята, слышите какой-то писк? Как будто мышки завелись. Я, кажется, догадываюсь. В нашем классе есть большой сундучок. Его называют сейфом. Вот здесь-то они и завелись совсем недавно. Целое лето скучали по своим ребятам. Заглянем в него. Вот они, мышки. Это маленькие компьютеры для детей. Они очень нужны на каждом уроке. Именно они помогают сделать детям свой самый первый проект и обязательно выступить с ним. На компьютерную мышку виртуально смотрит кот. Виртуальными когтями изнутри экран скребет. Но коту послала мышка мейл собака.ру. Испугался кот-трусишка и удрал свою игру. Я вижу, как вы оживились. И, наверное, эти друзья станут тоже любимыми. Но это еще не все. Я попрошу вас закрыть глазки. Закрыли? Открывайте. Превращается рука и в котенка, и в щенка. Чтоб рука артисткой стала, нужно очень-очень мало. Специальные перчатки, ум, талант и все в порядке. Вы еще станете настоящими артистами. Кроме уютных кабинетов, в школе есть просторные светлые коридоры, где ребята проводят свое свободное время между уроками. На перемене дети должны отдохнуть, поиграть, пообщаться, но быть очень внимательными друг к другу и к себе, и осторожными, ведь учеников в школе очень много. А теперь мы переместимся в другой кабинет, там, где живут книги. Это библиотека. Здесь вы сможете найти ответ на любой вопрос, ведь книга – самый верный, самый лучший и преданный друг для ребят. И еще я хотела вам показать не менее важное место в школе. Это школьное крыльцо. Именно оно
первым встречает своих учеников и последним провожает выпускников в свою взрослую жизнь. Ребята, мы вас очень ждем. Учителя рады будут вам. Мы передадим все свои знания, чтобы вы выросли добрыми, трудолюбивыми и отзывчивыми учениками. Мы вас ждем. Как мне понравилось! Какой учитель! Вот у такого бы учителя я с удовольствием бы училась. Может быть, я пересмотрю свое отношение к школе. И мы тебе в этом поможем. Да! Ой, нет, все равно. В школе надо уроки делать, да? А это скучно и неинтересно. Хорошо, сейчас про уроки я тебе тоже быстро объясню. Вот смотри, ты любишь побеждать? Ужасно! И я очень люблю. Молодец. Вот представь себе, что твои домашние задания – это как тренировка перед соревнованием, ага. Чтобы победить, чтобы быть лучше всех в классе. Так. Но если ты не хочешь побеждать, ты можешь быть отстающей, получать двойки. Тебя никто не заставит делать не уроки. Не хочу. Нет. Нет, уроки я буду обязательно делать. Я не хочу быть хуже всех. Как Забава всему быстро учится. Я думаю, что у нее и в школе также все будет быстро получаться. Правда? Забава, а чего ты еще боишься? Мне стыдно говорить. Ну, я боюсь, что никогда не смогу научиться писать. Нет, Забава, это уже даже смешной страх. Здесь то же самое, что с тренировкой. Будешь тренироваться каждый день писать в тетради, и у тебя все обязательно получится. Правда? Сейчас вы узнаете, как появилась школьная тетрадь. В школьных тетрадках писали твои дедушка и бабушка, мама и папа. Есть такие тетрадки и у тебя. А ведь были времена, когда вместо привычных нам тетрадок ученики пользовались восковыми дощечками. По мягкому воску легко писалось острой палочкой. Причем палочка острой была только с одной стороны, а с другой стороны была тупой и напоминала лопатку, для того, чтобы было удобнее стирать ошибки. Со временем восковые дощечки были заменены бумажными тетрадями, состоящими из сложенных в четверо листов и обложки. Из-за сложенных в четверо листов тетрадь и получила свое название. Ведь по латыни «тетрадос» означает «четвертая часть». Забава, что же еще тебя мучает? Даже вот сейчас, даже не знаю. Мне кажется, что у Забавы все страхи закончились. Да, и их было очень мало. Это что ж получается? Мне бояться больше нечего? Да? Абсолютно. Вот, и я уже могу уходить, потому что моя главная задача уговорить Забаву пойти в школу выполнена. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания. Саш, а покажи мне вот эту штучку. Это не штучка, а пенал. Пенал? А для чего он? Ух ты! Это для чего это он? Складывают туда ручки, карандаши, ластики. Я тоже такую хочу. Так ты надумала идти в школу? Надумала. И чем быстрее, тем лучше. Тогда тебе еще нужен школьный рюкзак, ага. Школьная форма и бантики. Белые, а не зеленые. Саш, побежали тогда скорее. А вдруг не успеем бантики купить? Побежали? До свидания, ребята. И ничего не бойтесь. И учитесь с удовольствием. Как мы с Сашей. До скорых встреч в клубе веселых почемучек. Пока-пока. Почему иголки у ежа и елки? Почему так в мире много чудес? В клуб скорей вступите и ответ найдите. У Забавы ко всему интерес. Как устроен этот мир, этот свет? Наш простой ответ. Как ветер могучий развеет все тучи, нам поможет клуб веселый почемучек.